जेवामयिषे कितसौहृदार्था जनेषु देहान्तर्वार्तिकेषु गेहेषु जायात्मजरातिमत्सु नौ प्रीतियुक्ता यवदासाश्च लोके जेवामयिषे कितसौहृदार्था जनेषु देहान्तर्वार्तिकेषु देहेषु जायात्मजरातिमत्सु नौ प्रीतियुक्ता यवदासाश्च लोके। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल गौड़ीय गोष्ठीपति Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тако Прабхупад сказал, что Кришна Прити, любовь к Шри Кришне, Кришна Прити, она имеет огромную силу, огромное влечение, что перед этим любая мораль, любая мораль, любые обязанности, они становятся незначительными. И если мое следование какому-то долгу становится барьером, препятствием на пути Кришна-севы, то в этом случае, если мы оставим свои такие обязанности и передадимся полностью Кришна-севе, и если все общество будет критиковать нас за это, то это все равно благоприятно. Мы одобряем это. И вот на самом деле есть огромная сила, огромная энергия в Кришна-севе и любви к Шри Кришне. Кришна-прити, она уникальна. И перед этим любое количество морали, честности, как приверженности исполнению каких-то долгов, все становится незначительным. Настолько огромна сила в Кришна-бхаджане. Обычные люди не понимают этого. Мы знаем из-за этого. Мы обсуждаем эту лилу с женами брахманов, которые совершали ягью. И вот они оставили все свои обязанности, все правила и предписания, которые предписаны в этом обществе, в котором они находились, поскольку это стало препятствием на их пути к Кришне, ради служения Кришне, они оставили все, и это зовется Кришна-сева. Если мы не сможем осознать, то тогда мы не сможем поверить. И разве это так? И на самом деле, что те пастушки, которые были посланы Кришной, чтобы они просили подаяние, какую-то еду. Я уже сказал, что бикша, она очень важна, прощение, подаяние, особенно для тех, кто находится в отреченном укладе жизни. Для них бикша, прошение подаяния, очень важно, поскольку с помощью этой бикши мы можем увеличить наше терпение, смирение, проверить наше чувство тринад апи и прочее. На самом деле, те великие вайшнавы, они ходили и просили подаяния. Без прошения подаяния они не организовали какой-либо матх, какой-либо храм. Это зовется Мадхукари Бикша, и во времена Шрилы Прабхупады была такая система, чтобы ходить от двери к двери, говорить Харе Кришна и просить какое-то подаяние.
чтобы эти мадхукари мы могли занять в служении для блага всех этих обычных живых существ. Это очень важно. И во время Шрилы Прабхупады также была система, что однажды несколько брахмачари, они пришли просить подаяния, и в одном доме какая-то пожилая женщина, очень пожилая, она оскорбила этих брахмачари, что пошли вон отсюда, что пришли тут просить, я вам только пепла могу дать, посидите вон. И вот брахмачари опечалились, и не разозлились, а просто опечалились, видя такое поведение ее. И так или иначе они пришли к Шриле Прабхупаде и сказали, что в одном доме нас очень тяжело оскорбили, какая-то женщина сказала, что мы тут не работаем, ходим попрошайничаем, она послала нас вон и сказала, только пепла может нам дать. А Шрила Прабхупада сказал, что нужно опять пойти к ней домой и попросить тот пепел, который на ту золу, которую она обещала дать. Мы можем эту золу использовать для мытья посуды. И вот идите к ней, скажите, что вот вы обещали нам дать золы, ну, так что давайте. И вот даже таких людей то занимали в служении. А сейчас редко кто хочет идти просить подаяния, но такова система для отреченного уклада жизни. Раньше было проще, конечно, и вся система баджана в Гауди Матхе, она зависит от этих мадхукари, от бикши, от этих подаяний, которые могут очистить наше сердце, и тогда наш баджан он улучшится. И вот сегодня я хочу затронуть эту тему, завтра последний день. И вот вчера я говорил о том, что эти пастушки, друзья Бхагавана Шри Кришны, они шли просить подаяния, поскольку Бхагаван Шри Кришна дал такое наставление им идти. И вот они совершали ягью, и они просили какой-то просад, но эти браманы, они ничего не ответили, пастушки, они опечалились и пришли, чтобы рассказать Кришне и Балараму, что они пошли к этим браманам, а они выслушали, но даже не подумали необходимым отвечать на наши просьбы. И тогда Бхагаван Шри Кришна, он хотел послать их к этим браманам, к этим женам этих браманов. И вот Бхагаван Шри Кришна хотел показать нам два случая, что те, кто отвернулись от Кришны, их яги, их враты, они все бесполезны. И все аскезы, которые совершают такие люди, они бесполезны, поскольку они отвернулись от Яги Пуруши, от Бхагавана Шри Кришны, Парат Паракхилешвара, и избегая Шри Кришны, что какой результат мы можем получить. И также можно вспомнить, я говорил в один день до этого, любая яги, когда она происходит, карма-яги, или гьяна-яги, или разгухи-яги, или вообще какая-либо яги, которая происходит, или огненное жертвоприношение. Эти браманы были кармаканди, они совершали свою кармаканду, соответственно. И мы должны помнить вот эту шлоку из Гиты.
И вот Шрила Бхакти, он такой, он обсуждал эту шлоку, комментировал эту шлоку, что для любой яги результат каков, о чем мы должны думать, о том, какое количество духовного сознания мы обрели от совершение этой яги, мы должны смотреть на тот результат, который приносит эта яги. И вот Шрила Бхакти Тхакур говорит, что главное, что мы должны смотреть, какое духовное благо, как наше духовное сознание увеличивается из-за этой яги. Это показатель. А если наше духовное сознание не увеличивается, то такая яги, она бесполезна. И вот та ягья, которую совершали те браманы, но это ягья, в этой ягье они забыли про главное, про ягья Пуруша, Шри Кришна. И в Гите говорится, когда мы совершаем какую-то ягью, хоту, удгату, хаван, и огонь, и все это, эти вещи, которые там используются, это Брахма в какой-то ипостаси. И хотя мы знаем, что все материальные вещи, они используются в этой яге, как огонь, например, дрова, человек, который эту ягу производит, мантры, которые они повторяют, ги, которая предлагается, и все остальное, оно материально. Это Брахма в какой-то ипостаси. Без Брахмы ничего не было бы возможно, и это все Брахма в какой-то степени, но благо какое от этой яги. Эти браманы, они не могли понять, они думали, что они совершают ягью, и ради какой цели они ее совершали, они хотели наслаждаться райскими планетами, они хотели достичь этих райских планет и наслаждаться там, но рай, он не вечен, в Гите уже говорится об этом. И вот мы, если совершаем различные раздавания даров, пожертвований или еще что-либо, какие-то благочестивые действия, и мы думаем, что это какие-то благоприятные действия, и благодаря им мы получим какой-то результат, который может дать нам возможность попасть на рай и наслаждаться на этих райских планетах. И потом, когда наше таким образом накопленное благочестие, оно кончается, то мы вынуждены будем опять упасть на тот уровень, с которого поднялись на эти райские планеты. Не только это, также мы должны помнить, что Наротам Тхакур, он предупреждал нас, что эта пунья, она очень опасна. И вот если мы заняты сбором этой пуньи, но эта пунья очень опасна, чем какие-то греховные действия, поскольку благодаря пунье мы попадем в рай, будем наслаждаться какими-то райскими наслаждениями. И после этого мы можем привыкнуть к этим райским наслаждениям. И на этих райских планетах нет ни болезней, ни жары, ни холода, ни прочих проблем. Всегда свежо и приятно, и различные йогические совершенства, они есть у всех обитателей рая. In front of public, you like to take a fine form, you can become fine form.
И вот это йога Вибхути, оно у всех там есть в этих райских планетах. И после этого, когда мы попадем на эту землю или на более низкие планеты, то будем страдать от отсутствия тех райских наслаждений, как если мы привыкли жить с кондиционером, или и то тогда, если кондиционер пропадет, сломается или еще что-то случится, или мы выйдем на улицу, то будем чувствовать себя неудобно из-за жары. И также, когда наше благочестие кончается, мы падаем из этих райских планет на землю, и на этой земле, как правило, таких райских наслаждений уже нет, и мы, привыкнув к ним, мы начинаем страдать, планировать как-то наслаждаться жизнью, какие-то проблемы возникают и прочее. Но те, кто и вот, а по сравнению с эти пуни, грехи, они менее опасны, поскольку из-за грехов мы попадем в ад, там мы будем страдать, и потом, если родимся в следующей жизни, то уже нам не захочется совершать такие же грехи и попадать опять в ад, и поэтому мы будем пытаться исправиться. Много раз это случалось уже. Bad habit, and those who are poor, those who are doing sinful activities, maybe they can live their poor, painful life, okay. After that, someday, they can change their life. Puno, those who are doing, they can also change if they are in contact with Guru Vishnu. Others, they can also, they cannot. И вот после того, как человек выбрался из ада, он, как правило, не стремится туда попасть, а наоборот, стремится избежать. Поэтому уже никаких грехов не совершает и ведет себя более достойно. А те, кто с рая вернулись, они, наоборот, стремятся туда вернуться. И вот эти брахманы совершали ягью, и хотя повторяли имена Кришны и Баларама, но формально. И Кришна, он... И вот Кришна, он перед тем, как начинать говорить об этой лиле, он говорил о деревьях, которые он сравнивал их с лучшими святых, эти деревья, которые живут для других. И вот потом он привел этот пример этих браманов, хотя и он сравнивал их с деревьями. Вот смотрите, если деревья, они не развили своего полного сознания, но все равно они ведут себя гораздо более достойным образом, они служат всех и не видят различий между различными видами живых существ. А всем, кто бы не приходил к этим деревьям, то эти деревья, которые подобны великим саду, они служат всем, что у них есть. So human society, but those rich men, those who are having some power, some. Ну, пример приводится с какими-то богатыми людьми, которые они обычно жестки.
или очень красивые люди, они тоже гордятся своей красотой, и это причина их обусловленности. А что хотела сказать Кунти Деви, можно вспомнить, что вот если мы, например, хотим построить какой-то дом, то сначала нужно фундамент построить. Previously only on pillar, all the big building, and present system is total little bit changed, but also it is one kind of pillar. That is main point over that this iron rod of selecting on that big building. First, multi-storied building. И вот если прежде чем строить какие-то здание, то нужно какое-то основание, что-то вроде фундамента построить. И вот, богатые люди обычно очень завистливы. И Кунти Деви, она говорит, что Джанма Айшварья Шрута Шри на этих четырех колоннах наш дом ложного эго находится. И вот когда мы родились, у нас был, у нас есть что-то похожее на дом ложного эго, и он стоит на четырех колоннах. Это гордость своим происхождением, красотой, образованием и богатством. И если мы сможем с помощью такой могущественной харикатхи, мы можем разрушить этот фундамент ложного эго, то это здание ложного эго, оно упадет. В 10-й песне Джамала Арджун Прасанги, там Бхагаван Дамодар, он совершает различные лилы, и там Нарада говорит. Те, кто могущественные, они саду. И вот, но так бывает, что кто-то очень, кто-то был, скажем, очень беден, потом разбогател, и потом из-за этого богатства они не уважают гуру и вайшнавов, они забывают о том, что они когда-то были очень бедны, и гуру и вайшнавы, они помогали им. И вот если мы будем помнить это, то это поможет нам, и поэтому мы должны помнить, в какой ситуации мы были когда-то в нашей жизни, и сейчас, когда стали вайшнавами, мы получаем такую возможность, и вайшнав — это также качество, одно из какое же главное качество вайшнава. Он всегда счастлив. Это главное качество каждого саду. Если мы посмотрим на лицо саду, мы увидим, что он полностью умиротворен, никакого беспокойства и прочего нету в нем. И вот на хинди во Вриндаване говорят такие слова. They are speaking this way. Jab mile santosh dhan sab dham dhul saman. It means when you are going to get satisfaction at heart. И вот это значит, что если наше сердце, оно довольно, то вся собственность, все богатство, оно подобно пыли. И вот наша радость, удовлетворение сердца, оно очень важно. Как вот, например, Судама Випра, он был очень беден, но он не был даридрой. Он внешне был беден, но он не был бедняком.
Вот есть Махарадж объяснял, что это кто такие, кого называют Даридра, кого Гарибом. И вот Кришна Удаве говорил, Даридра — это тот, кто всегда недоволен. Может быть, он очень богат быть, но он настолько недоволен всем, но он, ну, то есть может иметь много денег, но быть очень бедным. Его богатство, его бедность никогда из-за его такого характера не может быть устранена, поскольку он очень недоволен. Это чувство недовольства, оно в его сердце, он уже всего достиг, но ему все мало, мало и мало. Это такое качество его, но так или иначе. И вот такие люди Даридра зовутся, Даридра. И то есть они всегда недовольны. Это одно из качеств таких бедняков. И Крипон Аджитендрия, кто такой? Те, кто очень скупы. И не используют свои органы чувств для служения Кришне, как, например, эти яги брахманы, они как бы ягью совершали, но о Кришне были совершенно не заинтересованы в Кришне. И вот что Кунти Деви хочет сказать, что эти, вот эти вещи, это, они подобны четырем колоннам, на которых стоит этот фундамент ложного эго, и когда мы его разрушим, то тогда мы можем обернуться и посмотреть, что произойдет с нашим сердцем. И вот Нарада, он говорит поэтому в этой десятой песне Ямала Арджун Прасанги: если вы хотите проверить мои слова, вы можете проверить. Некоторые люди не хотят использовать Гурудева ради своих корыстных целей. Это очень плохо. Но это, к сожалению, часто так происходит, что кто-то хочет использовать гуру вайшнавов для своих корыстных целей, поскольку вайшнавы, они милостивы, и они подобны деревьям, которые исполняют желания. Если мы хотим что-то получить от вайшнавов, кроме бхакти, то, как правило, люди это получают, но бхакти они не обретают. И вот большинство людей, которые приходят на путь бхаджана, не хотят использовать силу гуру и вайшнавов. И вот, держа гуру вайшнавов перед собой, они хотят получить все, что не смогли получить в своей прошлой жизни. Например, у кого-то работы не было, не к работе стремятся, кто-то, у кого-то денег не было, ему деньги нужны, кто-то, у кого-то почета, уважения не было, славы, знаний и знаменитости, то такие люди, соответственно, стремятся и получают вот эти все вещи. И таким образом, так Шрила Прабхупад говорит, вот такой путь от Гуру Сева и Гуру Бог — это разные вещи. Гуру Сева — служение Гуру, и Гуру Бог — наслаждаться, получать служение от Гуру — это разные вещи, хотя внешне выглядят одинаково, но это далеко не так. Это не просто разница, как между адом и раем, а бесконечная разница служить Гурудеву и принимать служение от Гурудева — это разные вещи. И вот Асад
Те, кто не честны, асад значит то, что не вечно. Сад значит вечность, асад не вечность. Есть наша бхава, она вечна. Если у нас есть бхакти, есть желание служить Кришне, то мы сад. Сад значит это, что имеет вечное существование. Те вот объекты, которые могут существовать вечно, они сад называются, а то, что временно, оно называется асад. И асад также можно объяснить то, что не асад, то, что не благоприятно Кришна Бхаджану. Я говорил уже, что главная болезнь Бадха Джив это собирать вещи, у которых нет никакой связи с Кришна Бхаджаном. На Бенгале это говорится. На Бенгале это так звучит. Собирать вещи, которые не связаны с Кришна Бхаджаном и Кришна Севой, эти объекты, деньги, славу какую-то и прочее, это одна из болезней обусловленных душ. Кто-то может так быть саньяси или бабаджи вишча, но это не столь важно. Бхактивинода Тхакур говорит, что то одежда, в которой преданный находится, она не столь важна. Гораздо важнее бхава, чувство, поскольку любой может принять саньясу. Равана, например, он тоже был саньяси. Просто чтобы жить, устроиться поудобнее, если для этого кто-то получает саньясу или брахмачарию, это неправильно, это глупо. Мы должны развить такое внимание, что если один раз что-то услышим, мы должны запомнить это. И не забывать, это один из признаков брахмачари. Но если у нас нет никаких материальных желаний, то это можно соблюдать брахмачари. Я вот видел в своей жизни один преданный приехал из Германии, и я видел, он не брахмачари, но не знаю, в матхе сколько он собирался жить. И вот этот молодой преданный, ему было лет 25 или около того, он купил много книг, может, 1050 или 70 потратил на эти книги. Ему дали комнату отдельную, там он эти книги сложил и день и ночь читал, и ничего больше не делал, никакого служения, просто читал книги, и потом он куда-то уехал и пропал. Преданные часто думают, что если купят книгу, то философию, которая описывается в этой книге, они тоже получат. Но недостаточно просто купить и прочитать книгу. Это не так легко и просто. Как, например, если наша печень она не работает должным образом, если мы будем есть слишком жирное, слишком много, то несварение у нас будет. И в медицинской терминологии есть такое слово assimilation. Это значит усвоение. Если мы что-то едим, то это усваивается, либо не усваивается. Вот когда оно переваривается, в общем, оно усваивается. Это вот ассимиляция, усвоение.
На Бенгале атикарон называется. И вот это усвоение, оно очень важно, поскольку если нет такого усвоения, мы не можем надеяться, что мы осознаем и примем все. А вот это полное осознание и принятие шастр, оно практически невозможно, но все же возможно. То есть здесь говорится, что это практически невозможно, но все-таки трудно, но можно. И вот они возгордились, и чтобы вспомнить прежние случаи. И вот тот человек, он показывал свою какую-то ученость, что мы просто смеялись. И вот если можно было бы бросить ему вызов, что если мы заберем все положение, достижения, деньги и прочее, что у него было, и вот в случае такого спора, то у нас тоже можно все забрать, и если такого человека поместить в материальное общество, тогда мы можем увидеть, какую силу он имеет. И вот я не говорю, что то есть я Махарадж никогда не говорил, что бедность это баджан. Нет, Шрила, что хотел сказать Шрила Прабхупада, что мы не должны стремиться ни к богатству, ни к бедности. И вот Шрила Прабхупада говорил после того, как он построил 64 матха, он говорил, что у меня ничего нет, у меня есть единственное сокровище, это лотосные стопы моего гуру. Но это очень, понимание очень редко. И вот смотрите. Если они асад значит не... They are busy with material things, material honor like daksha. Daksha are busy with name, fame and position, and material things, yagya. This yagya also material yagya. There is no touch with Krishna. So this way, actually those who are rich men, they are not going to give donation to sannyasi, brahmachari. And sannyasi, brahmachari, they are also not going to their home. Because it, at gate there is garwan, gate man there. They don't allow them. I can remember one time when I was in Surya Kunda. Вот Махарадж вспоминает, когда он был на Сурья Кунде, он опубликовал книгу какую-то о славе Сурья Кунды. Это не книга была, а на одном листе описана вся слава, и потом какой-то преданный вдохновился и решил реконструировать всю эту Сурья Кунду. И вот Махарадж однажды, ну, до того подумал, что если все тут обновят и отремонтируют, то будет хорошо. И вот он по желанию какого-то саду, он дал адрес. Махарадж пошел с этой с этим буклетом, который он написал, он пошел в тот дом, там был этот стражник, и он не позволил войти, но по телефону он, Махарадж мог поговорить с этим. А вот Махарадж этого какого-то богатого человека So, if you
просили, попытался просить какое-то пожертвование на реконструкцию этого Сурья Кунды. И тот человек уже то есть это человек, который отказал. А он этот, в общем, человек уже занимался ремонтом этого, ну, какого-то другого места, вот не забыл, как оно называлось, и вот он там очень все отремонтировал, и через полгода все там обвалилось. Он, видно, крышу какую-то сделал, эта крыша обвалилась. That time I was totally living exclusive life. So if I exclusive life, it's quite natural. So within 6 months, that man could discover that what seva he has done. И вот этот человек говорил, что, ну, но гордился, что он уже какое-то служение делал, и через полгода он увидел, какое служение он сделал, что эта крыша обвалилась, и там много преданных пострадало от этого, которые внутри было, были. И вот это доказывает, что гуру Вайшнава обычно не ходят в дома богатых людей. И одна же Шрила Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Пури Госвами Махараджа, они говорили харикатху на похожую тему. И вот завтра день явления Шрила Пури Госвами Махараджа и ухода Гоур Кишордас Бабаджи Махараджа. И вот во время Враджамандала Парикрамы строили эти временные тенты, палатки. И вот они с одного леса шли в другой, и брахмачари, они, у них служение было охранять, они ходили там с пистолетами и охраняли, поскольку в Раджи много всяких разбойников и прочего криминала, поэтому надо было охранять эти парикрамы, поэтому кто-то был на стражу всегда. И вот один брахмачари, Динабанту Прабху его звали, он впоследствии стал Парват Махараджем в Риндаване, его матхи в этом, на Гавардхане. И вот он, у него тут было такое служение, он был очень, ну, такой крупный, и на роль охранника очень подходил. И вот они ходили вокруг этих палаток, иногда шакалы всякие там или еще какие-то животные, кроме этих разбойников, были. И вот вечером, ночью точнее, кто знает, каково желание Бхагавана Шри Кришны. Вот какая-то пожилая женщина, ей лет 80 было, она пошла за водой. Уже весь день прошел, если воды нету, то можно было попросить у кого-то. А она ночью пошла к какому-то колодцу, не знаю, где она колодец нашла. Но никто не знал об этом, и вот эти брахмачари ходили, охранили. Эта женщина куда-то ушла, но она пыталась поднять ведро с водой, но и вот она взяла его, это ведро уже подскользнулось и упала вместе с ведром в этот колодец. И начала там мычать. Она упала в этот колодец, и
что-то там мычало, поскольку это тяжело было орать в этом колодце. И вот Нона там не умерла, а какие-то брахмачари тоже подумал за водой сходить по какой-то причине. И вот он пошел с фонариком, он подошел к колодцу, смотрит, кто-то мычит там. Он посмотрел с фонариком, что это там это пожилая женщина там. Он позвал преданных местных с ближайшей деревни, и вот ее вытащили, так или иначе. И вот он ее спасли таким образом. И вот утром, когда арати закончилась, то перед тем, как начать парикраму, Шрила Бхакти Дайта Мадва Госвами Махараджа, Шрила Пури Госвами Махараджа, они говорили Харикатху, и вот они начали говорить на эту тему как раз, что перед тем, как они вышли на парикраму, они сказали, что вчера по желанию Радхарани мы были вот спасены. Вот эта женщина, она была на волоске от смерти, когда упала в колодец, но урок мы можем извлечь из этого. Мы можем извлечь прекрасный урок из этого случая. И что же это? Что если бы этот колодец, он был бы сухой, там не было бы воды, то никто бы не пошел и не заметил этой женщины, которая туда упала. И вот благодаря тому, что там была вода, оттуда часто кто-то приходил брать воду, если кто-то вот упал в этот колодец, то его достаточно быстро нашли, такого упавшего человека, как вот вчера в случае с этой женщиной брахмачари пошел за водой, увидел, что какая-то женщина туда упала, и ее впоследствии смогли спасти. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорит, вот эта семейная жизнь, если в этой семейной жизни, кто, если те, кто живут семейной жизнью, они уважают саду гуру и вайшнавов, то саду гуру и вайшнавы, они посещают дома таких людей. И если они приходят и видят, что кто-то находится в какой-то опасной ситуации, то они с помощью своей харикатхи, они могут помочь такому человеку, как в случае с Читракету. И вот Девал Риши, когда пришел к нему, он увидел, что это царь в океане страданий. Он мечтал, чтобы у него был сын, и этот Риши благословил и ушел. И что он сделал? Этот Риши сначала ягью совершил, и остаток просада с этой яги он дал главной этой жене. И сказал, что эта жена вскоре родит ребенка. И перед тем, как уходить, он благословил и сказал, что у тебя будет прекрасный сын, который даст тебе и счастье, и страдания. Этот царь был необычайно счастлив и был очень рад, и на вторую часть его слов внимания не обратил. Хотя Риши уже сказал, что он и счастье, и страдания принесет. И после этого я подробно не буду говорить. И когда этот царь, он практически умирал, поскольку его сына отравили мачехи. И вот когда царь узнал об этом, он был очень ошарашен, он был очень опечален. Не просто горевал, а был без ума от горя. И вот Нарада, он благословил его, дал ему какой-то урок, и этот царь, он оставил свою скорбь.
И после этого он совершал баджан и стал предводителем гандхаров и прочее, прочее. Но что я хочу этим сказать, что Шрила Мадхва Госвами Махарадж говорил, что если было, если вода вот была, если в колодце есть вода, то люди ходят к такому колодцу и могут спасти, если кто-то туда попадет. Но если бы не было никакой воды в колодце, то кто бы ходил туда, чтобы проверять это? Они знают, что это такие слепые колодцы, сухие, без воды, и что толку туда ходить? Если кто-то упадет, то вероятность, что его спасут с этого колодца, очень мала. Как вот в случае с Деваджани и с Шармиштхой. Шармиштха кинула Девьяни в этот колодец, а этот колодец был сухой, слепой. И Деваджани там была без одежды как-то. И по воле Кришны этот колодец был слепой, все знали, но случайно царь, он мимо проезжал этого колодца, он услышал какой-то звук и смотрит колодец, что там кто-то кричит, но это другая история, это уникальный случай. Но что говорит Шрила Мадхва Госвами Махарадж, если в любом доме домохозяев, если они выражают почтение гуру и вайшнавам, как-то пытаются служить Кришне, то в любом доме домохозяина, если они не оскорбляют гуру и вайшнавов, то они пытаются спасти таких людей. И вот те, кто совершают какую-то севу гуру вайшнавам и Бхагавану, может, они бедные немножко, хотя бы две картошки дают, то это тоже хорошо. Они тоже обретают благо. И таким образом, те, кто игнорирует саду гуру и вайшнавов, то они не могут обрести такую возможность. И также саду гуру и вайшнавы, они, как правило, не ходят в такие дома. Особенно вот в домах богатых людей часто встречаются какие-то охранники, причем не один, а несколько, туда еще не пройти, поэтому саду гуру и вайшнавы, они туда не ходят. Вот у Махараджа был знакомый директор Union, компании Union Tracks называлась, дом был в Алипуре. Этот хозяин был собачником, у него было 7 собак, и все собаки разных пород были. И вот в его доме он построил 7 разных комнат для всех своих разных собак. Еще собаки были с разных частей света. И для каждой собаки был кондиционер, чтобы ей не жарко было. Если собака с какой-то северной страны, ей надо, чтобы холод. Если кондиционер ломался, нужно было срочно находить какого-то ремонтника, чтобы отремонтировал этот кондиционер. И все остальные собаки, для них тоже были не только комнаты, еще и слуги. Причем не один слуга на всех собак, а каждый персональный. Еще кроме этих были косметологи, доктора и прочие слуги собак. А еще всех собак по-разному надо было кормить. То еще и повара надо было для этих собак отдельного. Каждый. И вот они тратили как минимум 100 тысяч на одних собак. Но это еще в те времена 100 тысяч огромные деньги были. Зарплата была несколько рупий всего.
И вот если кто-то, какой-то саньяси брахмачари мимо проходили, пытались что-то попросить, то они никогда ничего не давали им. И прогоняли просто. И вот таким образом, вот такие богатые люди, они, как правило, не имеют возможности встретить гуру и вайшнавов. Их ум обычно не работает должным образом. И вот Махараджа в детстве видел какая-то новость была, что какой-то сказочно богатый человек с Англии, у него не было никаких родственников, ни жены, ни детей, ни друзей. У него был один друг, и то собака. И вот когда он в общем, собака там у него по дому всем занималась, охраняла, поддерживала, и после его смерти он был настолько богат, у него были миллионы этих паундов, и перед смертью он все завещал этой собаке. И вот завещание составил, что все богатство собаке досталось. И вот еще какой-то этот Навин Бари из Гуджарата, он заметил, что если человек собаки, это Махараджа друг, точнее, Махарадж сказал, что если такой человек мог собаке завещать все наследство, то какая собака? Этот сам человек, что он додумался все наследство передать собаке, что эта собака будет делать со всем наследством. И вот такие люди, может, богатые или просто разбогатевшие в течение жизни. И таким образом можно видеть, что эти браманы, которые совершали ягью, они не придали значения самому ягья-поруше, самому Шри Кришне. Они не обратили никакого внимания на просьбы гопов, которые послал сам Кришна. И вот Бхагаван Шри Кришна в этой связи приводит пример деревьев, и вот мы дошли до этого, и все богатство и все остальное, что у нас есть, оно не может существовать в сердце чисто преданного. Чистый преданный никогда не думает, что это собственность, моя собственность. I can enjoy this. In that case, they should think that Atma va are drashtabho sotabho nidhi dhyasitabhyo. With respect to that Atma, with respect to that Atma, you can find some application of this. Because if there is a poverty and nobody there, Arjuna also speaking up. И вот Арджуна что говорит, что «О Кришна, если ты убьешь всех, что толку, что мы обретем это царство, эти богатства, что с ним делать, если мы убьем всех своих родственников?» И вот Кришна говорит Арджуне. И вчера Махарадж говорил, и вот здесь это слово «сартха», «свартха», Махарадж объяснял его уже раньше. «Ахитукья даровитам бхактим атмаприе ятам».
все обращают больше внимания на себя, чем на других. Очень редко кто-то о других думает больше, чем о себе. Иногда можно видеть, конечно, что какой-то борец за свободу отдает жизнь ради страны или мать ради ребенка. Это очень редко, но бывает, но очень редко. И вот если есть вот какая-то материальная цель, например, перед борцом за свободу, хотя он это борьба за Родину, за Индию, как какой-то духовный оттенок на себе несет. И в этом случае что случается, если они отдают свою жизнь ради своей Родины? Но мы тоже должны быть готовы отдать свою жизнь ради защиты Сиддханта Вани. Я много раз уже говорил, что ягья, санкиртана ягья, она была начата в Шивасангане. Шрила Прабхупад говорит, те, кто готовы принести свою жизнь в жертву этой санкиртаны ягьи, они настоящие гаудии. А если кто-то хочет остановить распространение слов Шрилы Прабхупады или Шрилы Бхактивинода Тхакура, то мы не можем говорить, что они гаудии, неважно на каком положении они находятся. И вот я говорил уже, что не следуя наставлениям Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура, мы не можем поддерживать Гаудия Матх. А в то время, смотрите, эти братцы за свободу, они готовы отдать свою жизнь ради Родины. Почему они любят свою Родину, свою страну? А мы дали обещание Нитянанде Гуранге, то, что мы готовы будем готовы принести в жертву свою жизнь ради Махапрабху. И таким образом, если мы не будем защищать Сиддханту, то нельзя сказать о нас, что мы гауди. Главный признак гауди – то, что мы заинтересованы в защищении Сиддханты и готовы принести свою жизнь на огонь санкиртана яги. И вот эти борцы за свободу, они, хотя не совсем духовные, может, какая-то искра духовности в них есть, но смотрите, они практически все они готовы принести свою жизнь в жертву ради спасения страны, Родины. Но у нас как, редко такое бывает. This is not the mood. So, Ahit, actually it is written, Swartho Darshana, I already talked about the Sadhguru Vishnam, their self-interest is only Bhakti. Ahit ki asdavahita, Bhakti atma priyata. So, sometimes it happens, but usually not happens. Those who are going to sacrifice their life for... иногда случается, что те, кто готовы принести свою жизнь в жертву ради Родины или ради Гурдева, это редко, но большинство людей, они любят себя, они живут для себя. Их... И вот, то есть люди эгоисты думают о себе в начале всего, а трансцендентное demand of your atman, that is called bhakti. So we
Prana buddhi manaha swatmo dara patto dhanadayo jat samparkat priya asamstataha tunu kono paro priyaha. So atma bahari this book. So atma due to atma, the all property and surrounding situation is favorable to me or I love. Otherwise, who is going to care? If atma is not there, then after that, the actually Krishna going to give them side by side one nice teaching. И вот Кришна, он дает такие примеры, что те, кто отвернулся от меня, те, кто отвернулись от Кришны, как эти ягек браманы, но все равно Кришна, он показывает нам, какая ситуация в материальном мире для тех, у кого нет Кришна Бхакти, и другое, те, кто спутники Кришны, Сидам, Судам, Васудам, и так или иначе, если мы, они получат даршан таких спутников Кришны, если эти, вот эти вот случаи с этими пастушками, они вечные спутники Кришны, и если они под именем Бикши придут к ним, то эти браманы увидят их, они получат даршан этих вечных спутников Кришны, и иногда случается так, что они могут изменить свое умонастроение. Кто знает? Поскольку Кришна, он трансцендентен, и эти пастушки, они его вечные спутники, они тоже трансцендентны. А внешние также, так следующее, внешне можно найти, что пастушки и пастушки, они не образованы внешне, но они очень образованы. Они настолько образованы, что никакие пандиты не могут сравниться с ними. Радхарани говорит, что мы не образованы, поэтому Кришна принимает служение от своих жен в Мадхуре, но это всего лишь смирение Радхарани, поскольку все бесчисленные сарасвати, они служат лотосным стопам Радхарани. И поэтому все знание, оно исходит от Радхарани. И смотрите, суть в том, что внешне можно найти, что жены браманов, они не уделяют внимания этим пастушкам. They are not at all going to Gurukul, not reading Veda, nothing else. How they discover now this kind of yajna going there? And this in this yajna actually prasadam is allowed. Еще вопрос возникает, если эти пастушки были бы не образованы, откуда они узнали, что это яги происходит, что какие-то правила и предписания существуют. Но для того, чтобы сделать эту лилу более сладкой, эти пастушки, они действуют как пастушки. А если бы Кришна, то есть Кришна делает так, чтобы эта лила, она более сладка была. И вот таким образом они просят подаяги и просят у этих браманов, и они говорят, что гости, которые пришли на эту ягью, а вы дармагья. И вот что они этим хотят сказать, что если во время яги пришел какой-то гость, то нельзя
игнорировать этого гостя, вы должны знать об этом. И таким образом, если мы четко осветим это все, то увидим, какое глубокое знание есть у этих пастушков. Пастушки, эти пастушки, они вечные спутники Кришны, и поэтому они полны знания, как и Кришна. И нельзя ожидать, что они просто какие-то эти пастушки, можно их игнорировать. Нет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, любая ягья, которую мы совершаем, но все же мы должны найти позитивные эти аспекты, какое проявление читхабхавы, какое, как это может улучшить наше духовное сознание, если эта ягья, она не улучшает наше духовное сознание, не выражает почтение Кришне, то какой толк от такой яги? И вот Кришна хочет доказать, что вы идите и проверьте, что скажут на вашу просьбу жены браманов, идите к ним теперь и посмотрите, что случится, посмотрите, сколько бхакти, сколько преданности у них есть, и они могут накормить вас. Those coward boys, they have their goals not to satisfy their own belly. They wanted to beg. It is one kind of lila. There is one kind of lila. They wanted to beg for Krishna. И эти пастушки, которые пришли просить подаяния, они просят не ради себя, а ради Кришны. И они оказались в лесу из деревьев Ашоки, где не было никаких фруктов, и Махарадж уже сказал, что Кришна, он, когда вышел из того леса на берегу Ямуны, и вот когда он обрел милость Нанда в Раджа-Кумаре, это было вот на берегу Ямуны, и когда Кришна назад возвращался вместе с Баларамой и прочими своими друзьями, они пошли в сторону Матхуры. А тот лес, о котором идет речь, он рядом с Матхурой где-то. И также Ямуна там. И вот те яги-брахманы, они жили в деревне, но они периодически ходили в Матхуру совершать кармаканду. Например, кто-то родился, им надо было как священник действовать и прочее. И вот те брахманы, они жили в лесу, и их дома были неподалеку, и вот они организовали там какую-то большую ягью. И они сели, и с ведическими гимнами они собрались уже совершать ягью, но забыли про Кришну. И вот Кришна, он хочет показать, что какое великолепное бхакти у этих жен брахманов. Не отчаивайтесь, и когда Кришна послал их в это место яги, то с великим энтузиазмом они пошли. Почему? Поскольку они могли набрать какую-то еды и накормить Кришну.
И вот когда они вернулись, они были А когда они пошли, эти жены брахманов, они стремились к Кришне, то мужья сказали, что они больше не приходили, когда они... First of all, Krishna sending them to those, you know, sending them to those. И вот Кришна, он послал своих пастушков туда, куда, где сидели эти жены брахманов. Потом они пошли с ними, принесли просад. Кришна попросил их отдохнуть. Потом все закончилось. И Кришна сказал, что они возвращались назад. И вот эта шлока, произнесенная Кришной в адрес этих яги-патни. И Кришна говорит, что это нехорошо. Ваши мужья будут завершать свои яги, а без жены, как они могут завершить ягью, и поэтому вы должны вернуться назад. И вот Кришна говорит, что поскольку они ваши мужья, без вас они не могут закончить ягью, поэтому идите и помогите им. И вот когда Кришна попросил их такими сладкими словами, то эти жены брахманов, они были разочарованы, они не знали, что делать. Они сказали, мы пришли сюда, нарушив все правила и предписания, забыв мужей. И все их слова, а мы пришли сюда не для того, чтобы вернуться назад. И сейчас как мы можем назад идти? All his pastime, everything they are hearing, but up to now, they have no scope to meet Krishna this much. But all the time they are thinking about Krishna, absorbing him. Otherwise, it is not possible for them to see Krishna. И вот эти жены брахманов, они думали о Кришне непрерывно. И у них была огромная любовь к Кришне, иначе как бы они смогли обрести даршан Кришны. Это не шутки. У них была великая привязанность, великое вдохновение к Кришне. Они думали, как же встретиться с Кришной и прочее. И вот пришло время, когда они встретились с Кришной, они хотели отдать, посвятить свою жизнь ради служения Кришне. Но Кришна, он говорит другие вещи, что ваши мужья не смогут закончить ягью без вас, поэтому идите назад и помогайте им. И вот эти жены брахманов сказали, кто-то может сказать, что это пурварак, чтобы встретиться с Кришной. Огромная любовь к Шри Кришне, и их сердца были уже зрелы, чтобы встретиться с Кришной. И вот эти их мужья были непреданными, но мы можем видеть, что благодаря общению с этими женами, они, как они изменили свое сердце. Это вторая причина. Первая, то, что эти яги-патни, они вернутся назад по желанию Кришны. Второе, что у них уже был даршан тех этих пастушков, вечных спутников,
Они обрели этот даршан вечных спутников Шри Кришны. И вот эти жены Бхаванов плакали и говорили: вот согласно ведам, Упанишадам, Агамам, Нигамам и прочим, мы, и вот мы в уме служим тебе, думаем о тебе, и почему сейчас мы пришли к тебе в итоге, и мы совершали баджан тебе, и сейчас, когда мы пришли к тебе, зачем ты посылаешь нас назад домой? Такого не может быть. Мы достигли твоих лотосных стоп, которые очень редки, все полубоги молятся, чтобы Кришна смог, Кришне, чтобы получить хотя бы небольшой даршан твоих лотосных стоп. Но сейчас мы достигли наиречайшего, мы достигли твоих лотосных стоп, у нас есть возможность служить тебе. И те, кто достигли Кришны, им не нужно возвращаться назад. Но ты просишь вернуться нас, что это такое? Кесвайрни бурамати рангьо самаста бандхано. Here with great travel we break all social and и вот с великими трудностями мы нарушили все правила предписания общества, оставили свои обязанности из-за огромной любви к тебе, из-за Кришна-прити мы оставили все это и устремились к тебе. И вот Махарадж уже говорил вначале, что если наша мораль, наш долг по отношению к обществу или к чему-то еще станет препятствием на пути Кришна-севы, то мы можем оставить все это ради Кришны. И вот мы все пришли к твоим лотосным стопам и actually, you see, we ignore all our friends and fathers, husbands, everything, and now you are speaking, If anybody going to put some tulsi on your И вот так говорится, что если кто-то предлагает туласи твоим лотосным стопам Шри Кришны, то Шри Кришна, он буквально продается такому человеку. Кришна очень доволен таким человеком. Я уже говорил много раз об этом, и те, кто предлагают туласи и воду лотосным стопам Шри Кришны, то ты буквально продаешься таким преданным, но почему мы не получаем такого эффекта? Почему ты не можешь принять нас, а почему просишь вернуться? Мы нарушили все правила общества, оставили наши долги, обязанности, игнорировали отцов, матерей, братьев, сестер и всех прочих родственников и пришли к тебе.
А сейчас ты настолько бессердечен, что просишь вернуться нас назад. Мы не готовы слушать такой совет от тебя, пожалуйста. Поскольку ты знаешь, если мы вернемся назад, наши отцы, мужья, они не примут нас. Поскольку мы нарушили их наставление, они выгонят нас, и придется жить в лесу, и что же делать? Но патайо питару сутава, но ватри ванду срухидаха куто ево чанне. They cannot accept us. Они не смогут принять нас, поскольку мы нарушили все правила и предписания. И что же делать? Куда идти? Мы сейчас посередине, ты не поддерживаешь нас, и они не поддержат. И что же делать? Но патайо питару сутава. Но ватри ванду срухидаха куто ево чанне. Тасмад бхават тарпатайо патитатманамно. Нанья бхаведагати маравиндо тадвидехи. You try to understand our situation. Пытайся понять нашу ситуацию. О, пожалуйста, Кришна, в какую ситуацию мы попали? Пытайся понять, где мы находимся. И куда идти? Если мы вернемся, они не примут нас, и ты нас тоже не принимаешь. И мы предаемся тебе полностью. У нас нет никакого выбора, никакого варианта. Твои лотосные стопы — это наша единственная цель. Куда же нам идти? Подумай снова и снова перед тем, как давать такой совет. Ты не поддерживаешь нас, и они тоже не поддержат. Но Бхагаван, он здесь гарантирует им. И все ваши мужья, они не будут недовольны, отцы, братья, дочери и сыны, они не будут возражать. Идите назад, поскольку вы, у вас есть настоящая преданность мне в вашем сердце, вы любите меня, а бхакти, оно, если в вашем сердце, то оно магически действует, если вы вернетесь, то увидите, я обещаю вам, что все будет позитивно и не будет ни капли негатива. И вот говорится, all your action done, поскольку все, что вы сделали, это одобрено мною. И все полубоги, они тоже за вами, они помогут вам. Они одобрили вас, и поэтому вы не... Вам не нужно сожалеть о том, что вы сделали что-то нехорошее. Нет, все, что вы сделали, оно авторитетно. Это то, о чем говорят все писания. Вы знаете, в случае с Алваром, который Ранганатх построил, Бхарати Махарадж, он часто рассказывал об этом. И вот первый Алвар,
Он как-то обнаружил Ранганатха в лесу. Он из Сатья-юги, и Господь сказал, чтобы он построил храм, а у него ничего не было. Но имеется в виду, вообще ничего не было. Абсолютно. Была только эта палка, Сиданда, потом командала, емкость для воды и вот кусок ткани Каупина, и все. И вот саду во Вриндаване они шутят, что иногда едят какие-то сладости, иногда вообще ничего нету, только жареный горох, это чула. Лошади в Индии едят, не овес, а этот бенгальский горошек, грамм называется. И вот эти в Раджавасе шутят. Кави мутти чана, кови кави гхана гхана, кави ови мана. И вот они шутят, что саду, тот, кто может, иногда может есть просад от Говинды, когда-то вообще ничего нету. Иногда просто вода, Due to disaster, all you know, natural calamity, all break down. There's road blockage. You have to stay there 1 month in cold. You can understand. But it's what you mean by money power. Money cannot help you that time. То есть деньги не всегда могут помочь нам. И и вот они вот во Вриндаване так шутят, что саду иногда есть, что есть, иногда ничего нет, иногда горох, как иногда сухой рис какой-то, как этот Судама ел, иногда просто вода, и вот на пути к Ганготри, Ямнутри и Бадринарайна там. Если какие-то саду туда идут, то то там тоже не всегда еда бывает, и даже вода не всегда, иногда какая-то ядовитая вода, прежде чем пить, нужно уточнить у местных или посмотреть, где написано, что это за вода. И вот Кришна продолжает, что ваши все родственники, они не будут ругать вас, они примут и одобрят ваш поступок. И вот Бхагаван говорит, и вот Кришна говорит, что физическое общение со мной, оно не столь благоприятно, а лучше, если вы находитесь вдалеке от меня и чувствуете разлуку со мной, то это более могущественно. А физически, если вы хотите получить мое общение, то это не так хорошо. Поверьте мне, что ваше чувство разлуки, если ваш, мой образ будет внутри вашего сердца.
то это гораздо лучше. Поэтому возвращайтесь назад. И вот Кришна продолжает. И вот говорится, очень скоро вы сможете обрести меня. Вы сейчас стремитесь к какому-то физическому общению, но будьте уверены, если вы вернетесь домой и будете думать все время обо мне, то это такое чувство разлуки, оно более могущественно, и вы очень скоро обретете меня и мое общение. Вы медитируете, думаете обо мне. Абхавшато, значит, вы все сможете обрести меня. И вот Кришна приводит такой прекрасный аргумент, такова система, что но тата санникарсено пратияту тато грихано. Это мой совет вам. Возвращайтесь назад домой, а у вас больше привязанности ко мне. А если вы будете находиться со мной, то смотрите, если вы вернетесь назад и будете говорить о моей славе и видеть меня внутри своего сердца, то это очень хорошо. И я даю вам совет, идите назад домой. Слушание обо мне и думание, размышление обо мне и воспевание моей славы. Если вы будете воспевать мою славу, то это больше, чем прямое общение со мной. Почему? И поэтому те саду, они уже обрели даршан Кришны. Пытайтесь понять эту главную сиддханту. И вот это очень важная сиддханта. Те, кто получает даршан Кришны, кто нет, такие как Дуру Махарадж, Прахлад Махарадж, все великие святые, они молятся Кришне. Даже Шрила Бхактинота Такур, Шрила Бхактинота Такур, он всегда получает даршан Гуранги Махапрабху непрерывно, но все же они надеются обрести садусангу. Садусангана более важна. Иногда Кришна приходит к нам, но они все равно надеются обрести садусангу. А почему? Те, кто уже обрел даршан Кришны, они все равно молятся, чтобы Кришна послал им общение с его чистыми преданными. Почему? Поскольку саду санга Кришна нам, вот эта шлока. Если у нас будет возможность обрести саду сангу, это лучше, чем прямое общение с Шри Кришной, поскольку Шри Кришна, он сам не будет говорить о своей собственной славе. Почему это более важно? Хотя саду санга, значит, мы уже обрели даршан Кришны. Иначе Брама, он не сумасшедший. Почему он сказал вот в той шлоке, вот в этой шлоке? Я хочу находиться вместе с саду. Саду, они воспевают славу Кришны. И это такое обещание Господа. Когда мой преданный воспевает славу, мою славу, будьте уверены, я нахожусь там, в том месте, я обещаю. О, Нарада,
где бы ты ни находил, что мои чистые преданные, они воспевают славу обо мне, то будь уверен, я нахожусь там. И те, кто обрел даршан Кришны, они тоже ожидают обрести садусангу. И поэтому Кришна говорит, пытайтесь понять, почему я говорю именно так. Здесь говорится, Анукиртана значит под руководством Гуру и Вайшнавов. Анукиртан значит, услышав, мы будем совершать киртан Шраута Пандха. И поэтому Анукиртана говорится, не киртанат, говорится, что кто-то из ложного эго будет совершать киртан. Нет, здесь говорится, что мы должны получить бхава чувство от Гурдева под руководством Гурдева, под руководством нашей Гурваги. Мы должны обрести силу и совершать этот Анукиртан дальше. Анукиртан значит Харикатха, повторять то, что мы услышали от лотосных уст нашей Гурварги. И это больше, чем мое прямое общение с, имеется в виду, прямое общение с Кришной. Это поскольку даршан, есть разные виды даршана, иногда прямой даршан, иногда косвенный, они тоже все важны. Во сне Господь может явиться и дать нам какой-то совет, не прямо, а как-то через кого-то тоже может случиться так. И вот Сукадев Госвами говорит, и вот услышав такой совет от Кришны, они вернулись в то место, где совершалась ягья, и таким образом и вот Шукадев Госвами говорит, эти мужья не ругали их, не спрашивали, куда они посмели уйти. И вот они уже совершали свое последнее. То есть они уже мужья были очень счастливы, когда их жены вернулись, и вместе со своими женами они уже совершали последнее финальное подношение в этой ягье, и была одна жена, которую не пустили. Вот одна жена была, которая была заперта дома. Снаружи, ну в Индии, как правило, снаружи закрывают, чтобы никто не уходил из дома. Вот, и эта жена в полной медитации, она достигла Кришны и оставила тело так. Потому что эти муж или кто-то закрыл дверь снаружи,
она все равно хотела встретиться с Кришной, так, и оставила тело и встретилась с Кришной. All the pastimes of Krishna, as he heard all the beauties of Krishna charming, she went on meditating on it. И вот она так находилась в медитации, и но поскольку не было возможности выйти из дома, она, но кто может остановить Кришна Бхакту, и она так вышла из тела, и душа она устремилась к Кришне. Bijohu deham karman bandhanam. Hridopo viho. Bijohu deham karman bandhanam. They are going to, she is going to leave. Take Krishna inside her. Going to submit 100%. Hridopo viho viho. Going to get Krishna's heart. Bijohu deham. Going to leave body. Karman bandhanam. According to Purva Karma Kal, what body he get? Live body. So he is going to stop him going. Who can stop her? Who can stop her going? Maybe you can block. И вот кто мог ее остановить? Ее, конечно, могли закрыть дома, но душу никто не остановит. Bhagavano Bhigavindus Tenaivanena Gopu Gopukam Chaturvidena Svitva Sayanta Vahuje Prabhu. Here are so many different kind of Baksha. И вот много объяснений вот этому стиху. Когда Кришна отправил их назад. Bhagavano Bhigavindus Tenaivanena Gopano Anno. This rice and chapati is already brought by those Krishna going to serve them by Chaitanya Mahaprabhu in Puri. Mahaprasad will come in. Mahaprabhu will know I can serve. Mahaprabhu taking forth and giving to everyone. Swarup Damodar Ayaraman saying, Prabhu, it is not good. If you give, they cannot take. И вот как во времена Махапрабху, когда на праздник в честь ухода Харидас Такура, когда Махапрабху раздавал прасад, то Сварупа Гасай сказал, что так нехорошо, поскольку если вы будете раздавать, никто раньше вас не будет принимать прасад. Это как наказание для преданных будет. Им будет неудобно перед вами принимать, поэтому вы садитесь, а мы вас накормим. И Махапрабху он так сидел и давал наставление, кому чему побольше положить. И здесь Кришна тоже, он раздавал просад, который принесен был этими женами браманов. И вот этих жен браманов, может, было много, но и пастушков было бесчисленное количество, и Кришна раздавал этот просад этим пастушкам. Но Кришна, он натовный Кришна, что он раздавал просад, но просад не кончался, несмотря на это. И вот следующее. Gopakano Chaturvidena Asaitva. I am not making any false philosophy. It is written here. Chaturvidena Asaitva. Asaitva means asham and khava. Eat. Follow. Don't know. No, nothing. You have to understand. Chaturvidena Chaturvidena. I know it is written. Bhagavan Upi Govinda Stenaiva Annena. Stenaiva Annena. Or anya brought by those brajaki patnis gopakano or gopakano chaturvidheno asvaitva svayam cha bhuje prabhu. It is written already there. I am not making false.
И вот Кришна, он раздавал сладкий просад, соленый, острый и кислый, все четырех вкусов. After distributing, allow them to take. After that, they receive you, Krishna. Krishna is taking uchista. И вот Кришна раздал просад и потом доедал за этими пастушками. И во Вриндаване так Кришна всегда доедает за всеми просад. За птицами, за животными, за пастушками. И вот следующая, 37-я шлока, там говорится. И таким образом Кришна, он вел себя как обычный человек. Реме го гопо гопинам рамаяно рупо бакритвай. This way Krishna going to play with all the covered boys and everybody like just ordinary human being. Naralila evam lila naravapur niloke manusilayam reme go gopo gopinam ramayano rupo vakritvai. This way every time different kind of sweet speech, vibrance, darshan, speech, and lila, different kind of beautiful lilas Bhagavan being with all cows, gomatas, goat, and gopika. All, at least, you can speak all Vrajavasis. И вот Кришна совершал свои лилы со всеми этими враджаваси, и он наслаждался и давал наслаждение этим всем своим спутникам. Атхану смритто випрасте аннатаппано критагасаха яд вишешварою яд вишешварою джачайям махат на ни нидамбайо. It is written. Then what to speak about that they are five wives? No, not at all. On the contrary, they are going to repent, crying. Oh, what is the poor condition we have? Our condition is very pure. Atha anusmritto. They are going to remember what kind of bad activities we have done. Those old, you know, coward boys came in front of us. Even we didn't think it necessary to answer to them. So popped up. Krishna sent them. They are speaking about Krishna and Balaram. Still we don't answer. И вот эти браманы, они начали сожалеть, что как так случилось, что сам Кришна послал нам своих спутников, но мы даже были настолько жестоки, что даже не ответили им ничего. И вот так, как это случилось, что их сердца изменились. То, что, смотрите, Кришна благословил своих этих жен, этих браманов. Он сказал, что браманы не будут возмущаться, они одобрят ваши поступки, и никто не скажет ничего против. Это что значит, что если Кришна одобрил кого-то, то Кришна, он пребывает в сердцах всех, в том числе этих браманов. И если Кришна сказал, что никто не будет возмущаться их поведением, то значит, что все уже решено, и никого даже мысли не возникнет такой. И вот Кришна, будучи в сердцах этих браманов,
и и они также возвращались, получив даршан Кришны. И в Гопи-гите также говорится, что гопи, когда они видели оленей, они говорили: «О, олени, вы наверняка видели Кришну, ваши глаза говорят, что вы видели Кришну». И вот тот, кто видел Кришну, каково его состояние? Я могу сказать пример о Раскане завтра. Он, когда он получил даршан Кришны, никто не мог понять, что случилось. Тот, кто получает Кришну даршан, их слова, их действия, оно необычно. Как этого Раскана выгнали из храма, но он, Кришна даровал ему свой даршан вместе со всеми своими спутниками. Это такое прямое свидетельство. И когда и вот его, в общем, выгнали из храма, но Кришна, он даровал ему свой даршан. И еще какие-то там саду тоже. Похожий случай случился с Валабхачарья и еще кто-то. Они обнимались Кришну, их во Вриндаване им поклоняются, есть их фотография. И вот с помощью даршана Кришны, какое может быть могущество, поскольку эти жены браманов, у них был даршан, не просто они даршан Кришны получили, они еще и разговаривали с Кришной, еще и Кришна благословил их, и поэтому у них было достаточно силы, достаточно могущества, чтобы изменить сердца своих мужей. Они только пришли назад к своим мужьям, то эти мужья начали восхищаться ими. Они сказали, что вы настолько удачливы, что вы обрели даршан самого Шри Кришны. И вот здесь, смотрите, сердца изменились их, этих браманов, которые ягью совершали. Вишесварайор джатайя махат ма ни бидамбайо. Whereas directly they are actually expressing strong grief over this issue. They are going to express strong grief over this issue that, oh, we are so foolish. That they already, you know, вот эти браманы, они сожалели, что они были настолько глупы, что спутники Кришны пришли к нам, сказали, что они от Кришны и от Баларама просят риса или какой-то еды, но мы даже не подумали необходимым им отвечать, думали, какие-то бестолковые пастухи, а мы тут браманы. И вот они начали жалеть о содеянном. Their Baba already changed. All Brahmins are crying. They're speaking. И вот эти брахманы, их нас, они, их умы поменялись, они восхищались своими женами, что они не ходили в Гокулу, не изучали Веды, но обрели такую огромную милость Кришны. Бхактим алоукиким атманам чатая хинам анутаптя вегархаяно. Дришта стринам Бхагавати Кришне бхактим алоукиким. Abnormal love, extraordinary. Необычная любовь, уникальная. They are watching their wives. Они увидели, что у них, у их жен огромная любовь к Шри Кришне. Они были удивлены. Алоукиким значит необычная любовь, которую нельзя найти в этом материальном мире.
fallen soul, they are going to decry their own activities. Atmanam chataya hinam hinam anuttaktya beggar hayana. Beggar hayana, speaking of Ravi Shikandhan, we are useless. Beggar hayana. Wait, they are actually going to chide them, themselves. Hey, I am useless. И они начали ругать себя, эти брахманы. И вот они говорят так. Our initiation, нашему посвящению, нашему изучению вед, нашему хождению в Гурукуле, всему позору, нашему рождению в брахманской семье, все это бесполезно. И вот они говорят так, позор нашему рождению, нашему образованию. Есть три вида рождения. Первое – рождение из чрева матери, потом рождение из, во время получения дикши, это ягья, когда совершается. Третье – когда мы полное посвящение получаем. И вот так они говорят, позору всему нашему знанию. Мы думали, что мы великие пандиты, но сейчас мы осознали, что все это было бесполезно. Мы глупы. Мы родились в высокой семье, и все это бесполезно. Поскольку мы в итоге отвернулись от Кришны, и какой толк от всего того, что у нас есть? Если у нас есть Кришна Бхакти, то все другие качества, они будут ценны. А если у нас Кришна Бхакти нету, то и толку от всех этих других качеств нет. Vimukhajetu adakshaje Noonam bhagavato maya yoginam opi mohini Noonam bhagavato maya yoginam opi mohini. О, мы совершали ягью и прочее, все это бесполезно, поскольку Бхагават Майя, она очень сильна. И очень тяжело преодолеть ее, и мы поняли теперь, мы должны сделать вывод, что из-за Майи это случилось, иначе как это? Они представились, что они от имени Кришны Баларама, а мы, как мы так себя повели ужасно, что не смогли выразить им должного почтения и даже ничего не ответили. Krishna can make fool of you.
Это майя. Кришна очень могущественна. Нунам Бхагавато Майя Йогинам Упи Мохини. Even those big, big yogis, и вот даже те великие йоги, они могут быть очарованы Майей. Еще полубоги, они могут одурачить нас своей иллюзией. They are also falling sometimes, flowing away by the current of Maya. They cannot understand the actual meaning. Be careful. So, Nunam Bhagavato Maya, Yoginam Opi Mohini, or Mayinam Opi Mohini, Jadvayam Gurabo Nihinam Swarthe, Muhyamahi Indiyaha, Uyarashele Brahman. Yadvayam Gurabo Nihinam Swarthe, Muya Mahidiyaha, we are Brahman, but we don't understand. Мы браманы, но мы не понимаем, как служить. Guru. Guru. Yadvayam Gurubo Ninam Swarthe. We don't know if we can see. Если мы сможем видеть весь этот мир в связи с Кришной. Maybe. Может быть. They are actually pandit, the thing, они but пандиты. They are now speaking. We don't understand how to serve the whole, you know, Ninam in whole society. Но они говорят, что они не понимают, как служить всем в связи с Кришной. So Nunam Bhagavato Maya Yogi Mahinam Mahinam Opi Mahini Bhajoginam Opi Mahini Yad Bayam We Gurubo Ninam Swarthe. И как служить Гуру, как служить людям в связи с, видя их связь с Кришной. И вот здесь говорит, что мы не понимаем, как это понять. То есть мы очарованы иллюзией и не понимаем, что есть что. They are personas that now they are growing this kind of mood, soft mood. They are speaking. They are actually all parcel of Krishna. И вот эти браманы, они до них дошло, что эти пастушки — это личные спутники Шри Кришны. И эти браманы говорят, что мы не знаем, как служить Гурудеву, как служить каким-то нуждающимся людям и прочим, как служить, видя их связь с Кришной. Поскольку если мы будем служить обычным людям, без, не видя их связь с Кришной, то это будет просто кармаканда, это будет препятствие на нашем пути. Смотрите, наши жены, какая огромная любовь к Кришне, у них есть какое бхакти. И вот они теперь поняли, кто такой Кришна Джагадгуру. То есть сами спутники Кришны пришли к ним, но они проигнорировали этого Кришну Джагатпуруша. Я
We have bondage in family life. This kind of love for Krishna can cut all bondage. All. What to speak about family life? All property. И вот эта любовь к Шри Кришне, она решит все наши проблемы. Aho pasato narinamo pi Krishne jagadguru duranto bhavam jo vidvat mittu pasan griha vidhan nasam dija sanskaro no nivasa garo guru api no tapo atma mimangsha no saucham no kriyas subaha Jeva maishe kita sauhidartha jane shudehantaravartikeshu gehe suyayatma jarati matsu na priti yukta javadatha scholoke. Vanchakalpa Durvashi ke pasindu.